многие интересуются, что же представляет собой тепловизор, как через него можно посмотреть работу теплого пола. Примерно это выглядит вот так вот, как вы видите. Температура нагрева в зоне протекания воды у нас 63 по Фаренгейту, это примерно 30 градусов. Это уже именно на поверхности пола, примерно 30 градусов. Вот, и разницу мы видим где-то градуса 2-3, вот в зонах, которые как бы холодные. Это, в принципе, достаточно ощутимо. Тут вы можете увидеть, что пол положен достаточно неравномерно. Вот, в принципе, это не является какой-то очень большой проблемой или бедой, но все равно можно было бы, скажем так, сделать и лучше. Ну, это у нас складское помещение, такое полусклад, полуофис, поэтому для нас это там не играет очень большой роли. Вот, ну, сразу хочу сказать, что отопление очень экономное, тепло равномерно распределено по помещению, мы очень довольны.